Привет, зритель! Мои парфюмы на июль. Это будет Ив Роше, Элизабет Арден и мой Морган. Ив Роше – классическое то, что я пользую летом, особенно в жару. The Word. Уже глубокая снятость, кенская вода, одеколон, можно сказать. Ну, считается, что кенская вода – это одеколон. Ив Роше – хорошая такая штука, зеленое дерево, чайное дерево. Ну, напоминает, допустим… Не один в один, но утро в саду у них было у Ив Роше зеленое дерево. Не знаю, сейчас есть вообще зеленое дерево или чайное дерево в Ив Роше, какой-нибудь туалетка. Но они похожи, но это более такая яркая и более такая насыщенная, скажем так. Я вот в жару прыскаю с ног до головы на себя. Очень круто. Вот это вот подарила мне в свое время Линк Снегирева. Элизабет Арден. У меня такие духи периодически бывали, я еще до нее их покупала. Вообще-то мои одни из первых духов моих были в детстве. Мне мама подарила этот Элизабет Арден Green Tea, и Биг Мосс у меня еще был. В общем, это у нас туалетная вода. Она более легкая, менее насыщенная, такая, ну, более блеклая, вот даже по зеленому видно, что вот она такая вот. Ее аромат соответствует вот этому зеленому цвету, а его вот именно этому. Может быть, она менее стойкая, чем эта, но я на себя много выливаю, когда вот жарко. Вообще вот так много головы, очень круто. Вот это от Ксюши. Практически полная, вербена. Это тоже снятость от Ив Роше. Вот как раз отдельная посылка есть там с парфюмами. Ксюша поделилась со своей коллекцией со мной. Вот тут вербена мне очень нравится, когда-то она у меня была. Это тоже снятость, тоже Ив Роше, тоже кенская вода. И вот на лето, на жару, очень круто. Она пахнет вот, ну, карамельками Дюшес. До меня еще, помимо прочего. Хорошая штука. Ну и мой Морган. Совсем чуть-чуть осталось. Возможно, будет в пустых баночках лето. Я думаю, что у меня будут пустые баночки лета, как вот пустые баночки весны были, потому что, в принципе, не особо много чего заканчивается. А из-за 2-3 баночек делать пустые баночки месяца как-то странно. Это мой Морган. Морган для тебя. Туалетная вода. Изначально тут было 100 мл. Оно напоминает цветочная диско, красная снятость и фрашевская. Тут и мандаринки, и какие-то, и малинка, и вот что-то такое сладкие, какие-то цветочки, немножко цитруса. Очень вкусная штука такая. Говорю, вкусная штука, будто я ее ела. Ну, в общем, мне она очень нравится. У меня одно время было несколько флаконов Моргана. Морган для тебя, Морган для Туа. Я вообще его называю Морган де Той, мне так удобно. Ну и был фланелька, был зелененький, был еще голубенький, и вот такой вот. Таких у меня было несколько. И 35 мл, и 60, и вот большой 100 мл. 100 мл давно живет. Мне кажется, я в 2014 году вообще его покупала, а сейчас 2021. Вот такой у меня обзор парфюмов был на июль. Всего лишь 4. Свеженькие, свеженькие, свеженькие. Я хотела сначала еще взять фаберликовскую юдзу, но что-то в итоге остановилась на этих 3 зелененьких и одной красненькой. Всем спасибо за просмотр и пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.